Главный учитель Туркестанской области не стал хвалиться достижениями. Куда важнее сейчас решить проблемы образования, одна из которых – острая нехватка преподавателей по русскому, английскому, дефицит и учителей математики. Нехватка идет преподавателей русского языка и литературы. Второй идет преподавателей учителя английского языка. На третьем месте идет математика. Насколько нехватка? Можно в процентном соотношении, если не сложно? Ну, в процентном сейчас мне будет трудно. Понятно. Озвучить, но по русскому языку мы только недавно анализ сделали. У нас где-то более 50% учителя русского языка и литературы в предпенсионном возрасте, и вузы, которые находятся в чертах Туркестанской области города Шымкент, не готовят нашу потребность в ближайшие 5 лет. У нас возникнет большая проблема с учителями русского языка в течение 5 лет. И у нас имеются учителя, которые в пенсионном возрасте, 2-3 год, все еще работают в школах учителями в связи с нехваткой кадров. Не решен сегодня и вопрос с интернетом, резонансными видео и фото того, как дети пытаются сделать уроки онлайн. Заполонили социальные сети. Обучение онлайн показало острую востребованность в интернете. В школах он есть, а вот дома – проблема. Если брать регион в целом, то интернета не было почти в 130 населенных пунктах. При этом скорость интернета в школах составляет 8 мегабит в секунду. Этого мало. В Туркестанской области в эти дни проходит второй этап ЕНТ. Главный экзамен для выпускников пока на платной основе. Попробовать свои силы на грант можно будет уже летом. В регионе у нас в 5 точках региона, ну, 5 районных центрах открылись новые центры с оборудованием. И сейчас в течение до 10 июня полностью разнарядку дали. У нас около 30 тысяч учащихся в этом году будет сдавать ЕНТ. Каждый день примерно где-то от 100 до 300 учеников, ну, абитуриентов 11 классики, будут сдавать ЕНТ. Все правила санитарные, нормы соблюдаются. Мы вот буквально вчера провели межведомственное совещание с участием СЭС и ЧС. Они тоже одобрили. Ситуация с ремонтом школ не аховая, уверяет главный учитель области. В этом году строительные работы начнутся в 180 сельских школах. У нас и со строительством решается. Могу сказать, что в республике самое большое количество школ в Туркестанской области строит. И самое большое количество школ собирается модернизировать и тоже Туркестанская область. Туркестанская область на 6-м месте по качеству образования. Вся надежда на 4-ю четверть, если, конечно, ученики будут обучаться офлайн, а если нет... В связи с переходом на дистанционное обучение очень сложно сказать и оценить качество. Ну, конечно, могу сказать, что качество в целом упало. Потому что контролирующие рычаги сейчас в связи с пандемией у нас отсутствует. Как выходить будем из ситуации? Ну, надеемся, что в 4-й четверти школы откроются на штатный режим и будем догонять, да. Рахымбек Жолаев призвал сохранять лучшие традиции отечественной системы образования, идти в ногу со временем. Главная надежда возлагается на учителей, способных воспитать поколение, открытое новому и прогрессивному. Шудин Саидов, Амантай Ульбеков, Султан Бахаджанулы. Информационная служба телекомпании ОТРАР.